Это Вавра. Как всегда, по традиции, ярмарка меда. В этом году не исключение. Может быть, меньше палаток, потому как меньше областей стало, к сожалению. Но ярмарка есть. Сегодня уже второй день. Людей пока не очень много, потому что только раннее утро, все собираются. Но сегодня, благо, хорошая погода. Вчера дождь был, не знаю, что здесь вообще было. Но сегодня все должны прийти. И будет мед. Посмотрим потом, какие цены там. Ну, а мы пойдем на службу. В этом году получается полулитровая баночка в районе 200 гривен, а то и больше. Трехлитровая в церковной лавке 700 гривен. Вот какие цены. Ну, тут, как всегда, помимо меда еще много всякого. И масла, вернее масла, и крупы даже есть, и овощи, фрукты, и выпечка. Народ собирается, я бы не сказал, что пусто. Вот так. Сегодня только второй день. Разные области, разные монастыри представляют свою продукцию. Ежегодно в августе. С 13 числа. Покажу цены. Какие... Что мы купили? Это лесной мед, значит. Вот такая баночка небольшая. 100. Вот такой иммунный прополисный. 150. И масло кукурузное. Сколько оно там? 100. Ну, такой вот стандарт. Ну, по большому счету, цены дороже. Как уже скорговались. Получилось дешевле. Вот такой вот обед в трапезной. 80 гривен. Порция первого. Это Вавра.